Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Game Tactics. Меня зовут Вячеслав, и мы с вами продолжаем StarCraft 2, старый добрый Wings of Liberty. У нас задание здесь песочница дьявола, что означает, мы с вами находимся в раскаленной какой-то хрени. Лава поднимается по ходу, и нам нужно добыть 8000 минералов. Все, как всегда, ограничено. Времени нет, минералов нет, войска нет. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМы из низины. Вывел. Ждем. Вот такая вот у нас миссия. КСМ готов. И жучки всякие спасаются. Да. Горячо, горячо. КСМ готов. Так, поехали дальше. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Этот таймер показывает время до следующего подъема лавы. Следите за ним, чтобы вовремя отводить все войска и строения на возвышенность. Понял, дружище, спасибо. У нас есть 4,5 минуты. Ну, хоть немножко дают времени. Хоть чуть-чуть. Так, боевые кабаны. КСМ готов. Топ секьюрити, ого. Раз в дороге. Чтобы приобрести его, зайдите в кают-компанию Гипериона. Но это мы потом займемся. Так. Чего пугаешь? Хранилище, это по-любому надо. Кого подлатать? Что происходит? Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение, ковбой. Опа. Будете у меня головорезы под номером 3. Так, что стоим? Завод, давай завод построим. Подишь, бегом! КСМ готов! Не помешает нам бункер, ну да, поставить. Конечно. Где-то в этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Ну, постараюсь, дружище. Тош, где-то тут. С учетом того, что у нас нет армии вообще. Ты лакаешь, блин. Давай работай. Что стряслось? 2 минуты у нас до поднятия лавы. Надо делать все предельно быстро. Ага. Есть. Сэр, сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... Ого. Наши исследования значительно продвинутся. Ну, блин. Надо же какую-то хоть армию насобирать. Так, полторы минуты, елки-палки. Эх, как все медленно. Пристройка завершена. Отлично. Мародер, тяжелая штурмовая пехота. Зададим им жару!
Месторождение минералов выработано. Так, ладно. Строим дальше. Головореза. Можно парочку. На разведку хоть кто-то пошел. Зададим им жару! Хочу еще раз напомнить, сэр. Чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Это понятно. Это все понятно. Месторождение минералов. Бегом! Кабанчики подоспели. Во. Отдавим их интеллектом. Так, 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 тихо, 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 ребята. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. А? Чего пугаешь? Буди! Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Блин, так 100 минералов, я в шоке. Это все медленно. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Да, да. Да, да, продолжаем. Месторождение минералов выработано. Ну, а что делать? Вооружен и опасен. Поехали, все посмотрим. Что у нас тут? Пока есть 4 минуты. Месторождение минералов выработано. Тебя прислал дождь, да? Да. Вовремя, ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. Так, ну, у нас здесь база целая. Месторождение минералов, база атакована. Месторождение минералов выработано. Все понятно. Брось с дороги! Месторождение минералов выработано. Ага, вижу минералы. Но они у нас находятся. И здесь есть минералы, да? Бегом! Месторождение минералов выработано. Ну-ка, садись сюда. Что происходит? Да. Задело? Точняк. Кому навешать? Окей. Круто! Еще бы. Так, а ну-ка заглянем в гости к бруталиску. Выполняю. Не знаю, усилим мы его такой группой. Раз ты помогаешь мне, я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Давно бы так! Понял! Ходи сюда, бруталист. Ого! Раздаёт тут. Могу не успеть. Мощная хрень. Отдавим их интеллектом! Так точно! Все понятно! Есть, сэр! Будет сделано! Понятно! Выполняю! Так, пособираем ништячки. Вас понял! Еще бы! Давно бы так! И у нас как раз 2 минуты. Валим на базу. Ладно. Валим, валим, валим. Так, здесь ребята кукуют, я не могу подсказать, куда идти. Ну, у нас остается минута. Минута — это очень мало.
удалось? Прям, ну, очень мало. Поди ж ты. О, друзья, наши охренеть. КСМ атакованы. Кому навешать? Не вешать нож, головорезы! Давай, удиви меня! Вот так вот. Отлично. Не ждешь, а они приходят. Еще три. Нормально будет. 30 секунд, и у нас 2000 минералов, грубо говоря. А? Чего пугаешь? КСМ готов. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Так, есть такое дело. Ждем. Ждем. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Жучки спасаются. КСМ готов! Есть такое дело. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Продолжаем, как скажешь. Кого подлатать? За дело? Так. Есть работенка. У нас еще здесь кучка. Ура! Давай будем помогать. Сверхурочные! Так быстрее будет. Так, подождем. А? Пока что ждем. Угу, у нас еще здесь минералы, ёлки-палки. Выкладывай! А ну давай сюда беги. Наши КСМ атакованы. А ёлки-палки. На тех напали. Так точно. Окей. Такой разведотряд. Понятно. Ну это крутые, что чуваки, головорезы. Прыгают такие вообще без ограничений. Так, ну вроде как все работают, но что-то медленно, все равно. Какие-то они слабо вместительные. Две минуты у нас до лавы.
Точно, что песочница делала, так называется это задание. Это нам, походу, Таш дал. Чудак с дредами. Месторождение минералов выработано. Начинается. Это где, здесь, что ли? Так, 1.5 минуты. До 3 не дотянем, да? Хотя, может быть, дотянем. Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Давай. Что-то вкусненькое. Ага, я понял. Минералы. Спасибо, друг. Так, у нас 35 секунд. Что происходит? Наши КСМ атакованы. Ах ты ж, ёлки-палки. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Зараза такая. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Успели. Дотянули мы до 3000. Можно продолжать добычу минералов. Продолжаем. А! Чего пугаешь? Что происходит? До приказа! Поставим-ка мы здесь баги, потому что это вот по одному валят моих. А как же? КСМ, ух ты! И смотри, какая падла прибежала. Что скажешь, босс? Хвостатая. Нет, нет, так прибежит что-нибудь такое. 4 минуты до лавы. Богатое месторождение. Насколько оно богатое, интересно. А? А, Б. Понял. Три минуты. Неужели нам нужно будет все эти вот пособирать месторождения, а? Судя по всему, да. Судя по тому, как у нас набираются 3.5, даже это, грубо говоря, половины нет даже. А месторождения уже выработаны. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Все полные, вроде как нормально. Тут еще есть. Тут заканчивается, да? Блин. Только аж сюда надо лететь. Тут нужна возвышенность.
опасно, мистер Рейнер. Мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Угу. Ого. Ничего себе. Сказали ему. Месторождение минералов выработано. 1.5 минуты, блин. Дави на газ. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Твои люди работают быстро. Да мы уже собрали палки. Половину минералов. Есть работенка. Что происходит? Наши КСМ атакованы. Да. Что стряслось? С-под тишка прибегают. Посмотри мне. Ну что, ждем. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Больше действия! Смельчаки, что ли? Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Ручки бегом. Добычу минералов. Продолжаем. Кого подлатать? Однозначно продолжаем. Так, мне интересует, как бы нам здесь разместиться. Сюда надо лететь, наверное, на возвышенность. И тут у нас еще есть минералы. Точно. Месторождение минералов выработано. Полетели. Посмотрим, что у нас здесь. Месторождение минералов выработано. Зажарим их интересно. Превосходно. Месторождение минералов выработано. Какие наглые. Месторождение минералов выработано. База атакована. Ого! Вот это мы прилетели. Не в ту степь, как говорится. Там надо зачистку делать, блин. Причем конкретную. Месторождение минералов выработано. Давно бы так! Так, и тут у нас все про все у нас 2 минуты, грубо говоря. Выполняю. Тут небось тоже засели, наверное. Почему бы и не? Так точно. Yes, сэр. Месторождение минералов.
Да, сидят, падлы. Что же делать, а? А тут такого особо немного. Да и тут тоже. Сидят. Ну тут как-то полегче было бы, да? Но здесь не так много минералов. Месторождение минералов выработано. Давай сюда. Месторождение минералов выработано. Так, мне нужно... Мы теряем время. Летающая штукенция. Есть работенка. Что стряслось? Что происходит? Есть, сэр. Кого? Выкладывай. Ну, на все про все у нас уже 5200. Это есть хорошо. Садимся. А! Чего пугает? Наши КСМ атакованы. Там что, некому, блин, стрелять или что? Я не понял. Месторождение минералов выработано. Зараза такая. Есть того, что стряслось. Буди. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Чё стоим, ёлки-палки? Эй! Вооружён и опасен! Тревога. Начинается подъём лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Готовы. Ждем. Чего тебе? Слышишь? Поработать надо. Чего мне? Кто на новенького? А как же? Забери кое-что. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Да, да. Продолжаем. А? Чего пугает? А? Будет сделано. Собрал. Молодец. Сюда давай. Время действовать. Бегом, бегом, бегом. Принято. А, не успели. Так, мы доходим до 6000. Пошло, поехало. А, чего? Выкладывай. Есть работенка. Но все равно я думаю, наши что... Наши КСМ атакованы. Месторождение минералов выработано. Ты на кого нападаешь, ты, зараза такая, слизняковая. Да ладно. Накладно. Так, это прямо база, ёлки-палки. Прямо база. Интересная ситуация. Или все-таки насобирать, дождаться, и может не хватить. Или же нужно идти в бой, но нужно потратить минералы, собирать армию и кого-то вольнуть, чтобы подобраться к другим минералам, допустим, даже к этим.
Тут нужно прямо вообще... Что стряслось? Вплотную подбираться. Задело? 2 минуты, ёлки-палки. И 6,5, грубо говоря. Полторы тысячи. И продать особо нечего. Еще немного, мистер Рейнер. 2-3 захода и готово. Да-да, 2-3 захода. Работаем, ребята, работаем. Месторождение минералов выработано. Вот тебе и 2-3 захода. И у нас по времени минута. Месторождение минералов выработано. Семь тысяч. Даже не знаю, друзья, даже не знаю. Месторождение минералов выработано. Не будет здесь тысячи. Месторождение. База атакована. Чего? А ёлки палки. Начинается. Блин, 20 секунд. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Минералов выработано. Ура! Сверхурочные! Ждем. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Эх, 7300, блин. Добычу минералов. Да, только их нет уже. Точняк. Палки, чуть-чуть осталось. Задело. 7500. Месторождение минералов выработано. База атакована. Да что ж там такое происходит, а? Ты посмотри, как они начинают нервничать. Месторождение минералов выработано. Ну? 7800. Чего пугает? Что происходит? Да, хватит. Отлично. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управился. А ты шустрый.
Получайте. Вот такие дела. Победа. 110 тонн у нас. Мостик Гипериона. Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему Тош на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Мянгск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр. Кают-компания Гипериона, 25 минут спустя. Оу-оу-оу, нам это не надо. Лаборатория. Планетарная крепость, турель, погибель у нас есть. Да? Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джория. Редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Ну да. Мало ли что там. Сэр, почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые разработки. А ну-ка. Да, интересно, интересно. Протосы. Так. Так, или это, или это. Я думаю, все-таки вот это, наверное, будет лучше, да? Хотя это тоже ничего, если базу перебрасывать или нет ничего защиты. Давай возьмем все-таки вот это. Ок, поехали на мостик. Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить Менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Ну, вот такие дела, друзья. Спасибо, что смотрели. Интересная миссия. Думаю, что дальше будет немало интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Ссылочка на другие видео в описании под видео. И будьте здоровы!
Тош, ты красавчик. Пока-пока.